Здравствуйте, с вами компания «Электромотор». Здесь у нас сейчас находится насос консольно-моноблочный от украинского производителя КМ-5032-125. Это консольно-моноблочный насос. Консольно-моноблочный, потому что находится на одном валу с электродвигателем насосная часть. То есть он моноблочного типа, это обозначение в маркировке буква «М». Вот так вот мы видим, здесь на одном валу установлен насосная часть вместе с электродвигателем. Двигатель здесь у нас идет трехфазный, 2,2 кВт, 3000 оборотов, 80-й габарит, крепится фланцем, обычный синхронный вообще промышленный двигатель. Насосная часть у нас находится вот это вот здесь, выполнено все щегуна, литье цельное, как мы видим. По характеристикам данный насос выдает 12,5 кубов с напором до 20 метров. Подключение фланцевое, фланцы идут у нас сверху. И подключение также фланцевое сбоку. Устанавливается на четырех лапах, на такой вот пластинке. Консольно-моноблочные насосы обычно устанавливаются в ЖК на систему подачи горячей воды. Может перекачивать как холодную, так и горячую воду до 110 градусов. Более подробную информацию или же по поводу подбора насосов консольных и консольно-моноблочных от украинского производителя обращайтесь в нашу компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38. Мать, а как вообще заказ, вот их заказывают, эти консольно-моноблочные? Что нужно? Нужно, конечно же, понимать напор, производительность, сколько объем воды должен перекачивать насос, где устанавливается, мощность двигателя, и так рассчитывается модель данного насоса. Данные эти вы все озвучиваете менеджеру нашей компании, мы с радостью поможем вам подобрать, если у вас нету сантехника, который вам это подберет. То есть мы как сантехники, да? Мы как просто хорошие продавцы. Поэтому звоните, получайте хорошие цены и также консультацию в подборе